Ну а если у вас еще есть стеночка, то вам повезло просто невероятно. В вашем парке есть теннисный корт, есть теннисная стеночка, есть маленькое футбольное поле стандартное. Но самое главное для нас это стеночка. Вы понимаете, вы ни разу не играли в теннис. Вы пришли в этом году первый раз. Вы не знаете, что такое эта стенка. Вы дети вообще хотят реальность. А стенка, ну стенка она и везде стенка. Поэтому сказочка будет о том, что стенка это будет ваш верный партнер и друг. Непобедимый соперник. Стенку победить нельзя. Невозможно. Это стенка. Как вы нее мяч послали, так же она вам его возвращает. И ждет снова, ну что? А вы говорите, я не готов. А стенка вам отвечает, пожалуйста, готовь себя, у тебя все получится. Поэтому разминка у стенки носит такой характер правописания. Если вы учитесь писать,